Карагандинской области участились случаи выпадения детей из окон. Еще одно происшествие случилось 18 июля в Актугайском районе. 18 июля в 21 час 2 минуты на пульт 112 поступила информация о том, что в поселке Шашубай Актугайского района, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности выпал из окна квартиры первого этажа мальчик 2015 года рождения. Он был госпитализирован в больницу, сообщает ДЧС Карагандинской области.